Щи-борщи. Щи-борщи. По малолетке притопил, догони меня, кирпичик, и вошли в привычку такие забавы. Махались из-за баб, когда подросли, вот ведь ослы-то были. Еще бухали стеклоочистители и клей нюхали, и в общем в дело шли любые отходы. А все потому, что не хватало спецэффектов по ходу. Я шкет в нарядной рубашке получил по башке, крови потерял целый литр. Меня окружили какие-то троглодиты. Проснись, дружище, Гитлер. Потусовался месяцок в инвалидном кресле, кормили с ложки, как в яслях. Потом еще был денек чудесный и ясный. Посмотрел фильм «Зефиром», на небе зефир белый, иду по сторонам, осматриваюсь бегло. О, ребзя салам, понимаю, хуёвые дела. Под моб заслали, даю дёру, трясу салом. Догнали, прописали по щам, хдыщ, хдыщ. И всё в тумане или в каком-то дыме. И разбрызгал борщ, Дима, и разбрызгал борщ. Разбрызгал борщ. Разбрызгал борщ, хоть борща не жрал. Выходит по всему, что кровью наблевал. С утра бухал, намешал желудок всякого. Теперь над унитазом согнулся раком. Я забрызгал пол и стены, вот гадство. Бывает в жизни раз такое блядство. И может скрылась язва, и надо вызывать врача. Но я слишком пьяный, течет моча по трубам. К утру, наверное, я стану трупом. Но мне не страшно, даже весело, как будто на бороде засохла окровавленная пена. Пытаюсь встать, припадаю на колено. Дошел до кухни, там в батле вино. Припил до дна, не просирать же добро. Уснул мгновенно, на север головой. Проснулся днем, оказался вроде бы живой. Бухенвальд и Кабачок. 3-4, йоу. Трек про кулинарию. 04-05. Мы с ребятами на хате бухаем катанку. Тут тёс, Кондрат, Бобёр, какие-то бабы, бляди. Компания старпёров, ежедневные пати. Разговоры о барах в законе. Снег через окно падает на подоконник. На стене плакат футбольный, магнитофон. Фактор 2 поёт про боль, про беломор. Тонем, мы потихоньку тонем. Но каждому из нас похуй на это, счётом ровным не отдаём себя отчёт. Плохо и чё, всем бывает, не везёт. Короче, суть этого текста. Бобёр любил тёлку, ежедневно к ней ездил. Постоять в её подъезде и попиздеть. Потом, возможно, поводить хуем по пизде. Она ему изменяла, он об этом знал. Как водится, страдала, разбавляя горе в стакане. В кругу нашей компании глаголя мысли о жизни. Ну прямо Кант, плюс суицидальные заёбы по синьке. И вот однажды, блять, не уследили, пока курили на кухне. Бобёр в прихожей по венам ножек на ковролине горячий борщ. Плачет Тамара, кричит кошка. Обо мне похуй, мне разбили бошку. Точнее, сам разбил, показывая брейк. Угодив лбом в батарею. Эй, это прекрасное время было. Это прекрасное время было. Это прекрасное время было.